Vă doresc să poate ne-ți faci ceva mai bun pentru Criuleni și chiar pentru să avem o viață mai fericită și să avem măcar o leacă de bani, că să la pensie 800 de lei nu putem trăi. Dar știți că avem alegeri în octombrie? Știm. A să vinem. A să vinem. Încă nu v-ați decis. Ne-am creciat, ne știm, Domnul e lângă mine. Și vă doresc succese și mulți ani înainte și vă deci. Se închină domnul Cibașenco, eu mă închină în fața dumneavoastră. Nu. Poftim. Da. Я хочу вам так свое восхищение к вам. Я ваша газета выписывала еще с 2000-го года. Я забыла первая газета. А, «Молдавские ведомости», потом «Панорама» пошла. Да, я... Можно я вам пожму руку? Вчера я объявил, вы еще в 2009 что году я ухожу молодцом. Уже из журналистики и уже буду заниматься политикой. Задержание Николая Хачко, члена Национального совета нашей партии, оно отражает как бы новую волну репрессий, которую развернул против нашей партии и активистов режим Плохотнюка. То есть, не только он задержан, во всех районах полиция получила указание следить за активистами нашей партии и при первой же возможности фабриковать против них какие-то дела, арестовывать. Мы точно знаем, что и в Кишиневе, и у меня лично, и у других, хотя я не член партии, кандидат в президенты, но у активистов партии прослушиваются телефоны, за ними следят. То есть режим пытается взять нас под колпак. Это говорит о том, что нас боятся. То есть наша партия и я как кандидат, мы идем самым жестким антиплохотниковским посланием. Мы открыто говорим, что мы распустим этот парламент. Мы открыто говорим, что Плохотнюк бандит, что он должен быть привлечен к уголовной ответственности, судим, и его место в тюрьме. Они боятся. С одной стороны, они говорят, что у нас нет шансов, и что мы вообще никуда не пройдем там. Но с другой стороны, при этом они развернули репрессии. Тут у них не вяжутся концы с концами. Если у нас нет шансов, то ничего не боятся. То есть видно, что они боятся и пытаются нас запугать и затормозить. То есть у них ничего не получится. То есть, конечно, они могут пойти на все, что угодно. То есть они могут не зарегистрировать кандидата, они могут потом снять кандидата с гонки. Если им не понравятся результаты выборов, они могут не признать результаты этих выборов. Они могут, как это случилось уже с партией «Патрия» Рената Усатова, которая шла в парламент в ноябре 2014 года, они могут просто за 3 дня до выборов снять электорального конкурента с гонки. Потому что в 2014 году, когда стало ясно, что Усатый переходит уже 20%, его просто тупо включили стоп-кран и незаконно сняли с выборов, включив всю репрессивную машину. Они могут все это сделать и сейчас. Но нас они не запугают. То есть и лучшим ответом на все эти преследования и репрессии будет наша победа на выборах.